В районном доме культуры прошел благотворительный показ полнометражного фильма «Чебурашка» для студентов Сахалинского политехнического центра номер 5. В Сахалинском политехническом центре номер 5 обучаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья. Все они приехали с разных городов нашей области и проживают в общежитии при политехническом центре. Поэтому, конечно же, мы понимаем, что для детей большая проблема приехать в Нильск в кинотеатр. И поэтому специально сегодня для них мы решили организовать бесплатный специальный показ прекрасной кинокартины «Чебурашка» и предоставить для этого ребятам свой транспорт. После просмотра молодые люди поделились мнением о фильме. История, знакомая всем с детства, вызвала у ребят только добрые и трогательные эмоции. Мне очень фильм очень понравился, трогательный такой, хороший. Очень замечательный фильм, мне понравился. Кто из героев тебе понравился больше всего? Ну, самое главное, Чебурашка, потому что он веселый и добрый, и относится к людям с добротой. Мне очень понравилось, так как я пришла сюда уже дважды, пересматривала второй раз, и все те же самые впечатления остаются. Все было очень весело и даже трогательно. Кто из героев тебе понравился больше всего? Чебурашка и Гена. Ах. Они подружились как семья, и это очень хорошо. Я первый раз в жизни видел сперва мультик, где животные были, а второй раз, где просто, ну, люди, и среди них Чебурашка. Мне понравилось, когда Гена начал петь песню «С днем рождения». Вот, это самый впечатляющий момент. Я хотел бы, чтобы снимали «Чебурашку» снова. В дальнейшем районный дом культуры планирует привлекать студентов к посещению кинозала по Пушкинской карте. Пушкинская карта – это государственная программа, социально значимый культурно-образовательный проект, который позволяет гражданам в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать учреждения культуры, то есть смотреть выставки, спектакли, посещать филармонии и, конечно же, кинотеатры. Оформить карту можно на портале Госуслуги и в специальном мобильном приложении Госуслуги Культура. Пушкинская карта действует на территории всей России без ограничений. Ей можно пользоваться не только в регионе проживания, но и путешествуя по всей стране. В Невельском районе участниками проекта являются кинозал районного дома культуры имени Геннадия Ивановича Невельского, Невельский историко-краеведческий музей и модельная центральная районная библиотека. Служба информации Невельских новостей.